Союз нерушимый. Добрый день, это программа «Союз нерушимый», и сегодня, как всегда, наша программа выходит в эфир, но не как всегда, сегодня состав ведущих, и вместо отдыхающего, дай бог ему хорошо отдохнуть и получить массу новых сил, Владимира Сметанина, у нас замечательная Давно не отдыхавшая, но тем не менее в хорошей форме. Светлана Занько. Добрый день. И, конечно, я. Азиз Агаев. Да. Добрый день. Я думаю, что и мне посчастливится, и я поеду, и Володя потом будет без меня проводить эту передачу. И сегодня у нас, как всегда, наши дорогие и уважаемые гости. Священник Василий Песцов. Добрый день. Отец Василий, здравствуйте. Настоятель храма Иоанна Предтечи города Кирова, первый проректор Вятского духовного училища. И уважаемый Нурислам Хаджи Касимов, имам мечети города Кирова. Салам алейкум. Ва алейкум ассалям ва рахматуллахи ва баракату. Да, вот с такими добрыми словами мы начинаем сегодня нашу передачу. И тема сегодняшней передачи – формирование у детей чувства уважения к родителям, духовная связь родителей и детей. И вы помните, уважаемые друзья, коллеги, что мы с вами детей родили, мы устроили праздники, отметили, все нужные молитвы прочитали, все, что нужно, сделали, чтобы ребенок начал по-хорошему жить. И теперь очень важный вопрос, вопрос, от которого, наверное, потом вся жизнь ребенка будет зависеть, и как он будет жить, и как вести себя будет, и каково будет самочувствие его в этой жизни. Это формирование у детей чувства уважения к родителям и его духовная связь с его родителями, потому что если эта духовная связь установлена, то она чувствуется до конца дней этого человека. Есть родители в этом мире, нет их, это играет очень важную роль в жизни этого ребенка, а потом уже взрослого человека. И, как всегда, давайте начнем обсуждать. Отец Василий, как православие, что говорит о взаимоотношениях детей с родителями, и все-таки какие чувства и каким образом формируется у детей к родителям? Есть ли какие-то универсальные рецепты? Я думаю, что, конечно, именно универсальные рецепты, именно универсальные понятия, религиозные понятия лежат в основе отношения детей и родителей. Потому что отношения детей и родителей в православии основываются на базовых заповедях, на одной из 10 заповедей, на 5-й заповеди. Заповедь, она стоит первая из тех, что регулирует отношения между людьми, не между человеком и Богом, а между людьми. Первые 4 заповеди, я напомню, говорят об отношении человека и Бога, а остальные 6 говорят о заповедях, о отношениях людей между друг другом. И вот первая из этих заповедей, она звучит так. И это очень важно, что это первая среди заповедей, которые формируют или регулируют отношения между людьми. Да. Первая заповедь, она так и звучит. «Почитай отца и матерь твою, да благо ти будет, и да долголетен будешь на земле». То есть Господь, когда начинал заповедовать людям отношения между друг другом, когда устанавливал универсальные законы нашего общества, первой заповедью дал именно заповедь о почитании родителей. Причем обращаю ваше внимание на очень интересную особенность. Все заповеди, они даны в отрицательной форме. «Не убивай, не кради, не прелюбодействуй». Без всякого обещания за исполнение эти заповеди. В то время как эта заповедь единственная, которая является заповедь с обетованием или с обещанием. «Почитай отца и матерь твою, да благо тебе будет, и да долголетен будешь на земле». То есть Господь устанавливает, как вы правильно сказали, универсальный закон человеческих отношений. Долголетие и счастье человеческой жизни напрямую зависит от безусловного
почитание родителей. То есть тут такая взаимосвязь установлена, да? То есть если ты почитаешь, то не просто тебе обещано, наверное, человек уже чувствует, что он и блага получит в этом мире, да, и долголетен будет. А если не почитаешь, вы говорите, что здесь нет отрицательного. Абсолютно верно. То есть, если не почитаешь, то логично предположить обратно, не получаешь ни благ, ни долголетия. Вот. Это, ну, это вполне логичное понимание этой заповеди. Тут важно заметить еще одно, что почитание родителей, оно формируется с самого детства. Нет такого момента, нет такого периода в жизни, когда бы человек не формировал в себе эту заповедь. Почитание, любовь родителей к детям вложена в нас с природой. Мы все очень любим то, что мы родили. А вот почитание детей по отношению к родителям, вот это воспитывается, и воспитывается именно через религиозно-нравственное воспитание. То есть самое мощное основание для исполнения этой заповеди является именно, находится именно в религиозном воспитании человека. Ну, мы поговорим, наверное, о каких-то вот конкретных методах или вариантах там, вот этого религиозно-нравственного воспитания, почитания, так сказать, да, своих родителей, если они вообще так или иначе обозначены. Конечно, конечно. Но я в первую очередь хочу сказать, что обучение ребенка нравственным истинам, то есть именно закону Божию, именно знанию своей веры, является, наверное, первым основанием для освоения этой заповеди. Второе, конечно же, это традиция. Вторую традицию. То есть, если в самой семье система отношений заложена таким образом, что почитание родителей, исполнение этой заповеди безусловно, как, по отношению ко всем поколениям, то ребенок сам по себе тоже в том, видит на примере родителей это, ну, исполнение этой заповеди и сам стремится ее исполнять. Хазрат, как в нашем исламе это регулируется, вот, и какова здесь роль аятов Корана и все-таки традиций? Как сказал Владимир Владимирович Путин, наш пророк и ваш пророк Мухаммад, мир и благословение ему Аллаха, оставил же нам нравственные заповеди, каким образом воспитывать семью всю полностью. Первое дело, конечно же, канонические. Канонические, смотрим, аят Корана, Всевышний Аллах говорит, «Саиду билляхи ва васойна л-инсана бивалидайхи хамалятуху уммуху вахнан». Аля вахнин ва фисалиху ва фи амайни анишкурли вали валидейка иляйель масир. Что означает, мы заповедовали человеку делать добро его родителям. Его мать носила его, испытывая изнеможение за изнеможением, и отняла его от груди в 2 года. Благодари меня, Всевышний приказывает, благодари меня и своих родителей, ведь поясни ко мне твое возвращение. То есть Всевышний делает установку, а мы же знаем Коран, закон. Да. Делает установку на почитание родителей. Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, сказал, «Рида Рабби, рида аль-валидайни». Довольство родителей – это довольство Аллаха. И мы представим все перед отчетом перед Всевышним, и все наши деяния и помыслы направляются к довольству Всевышнего. Так? Также всем известный хадис от посланника Аллаха Мухаммада, «Аль-джаннату акдами, тахта акдами уммахати». Еще раз хадис уточним. Это хадис, это предание, слова пророка Мухаммада, его деяния, его одобрение, пример его нравственности и внешнего облика. Так вот, он сказал о том, что «Аль-джаннату, рай, тахта акдами, находится под ногами уммахати, ваших матерей, ва мифтахуху абукум, а ключи от него у ваших отцов, как хотите, поступайте».
Что это означает, рай находится под ногами вашей матери? Почитание. Вот, далее уже и хадисы, и ученые для нас объяснили. Уважение к отцу, милость к матери. Если ребенка позовут двое, вот из соседней комнаты папа и мама позвали, кому ребенок побежит? К маме, кому очевидно. Должен? Да, установка это не является личной эмоцией ребенка, это ему установка такая. Сначала к матери бери. Мало ли мама нуждается в твоей милости, в добром слове. А если вместе с отцом идешь через проем дверный, кому, кто первый проходит? Ну, отец, я думаю. Отец проходит первый. Ребенок не должен слева от отца идти, помогать ему должен справа. Мало ли, отцу надо опереться. Ребенок, сын, подставляет руку, подставляет ногу, плечо, что угодно. То есть это не эмоции, не выработано самим ребенком пожелание. Это именно так ему объясняют, как он должен себя по отношению к родителям вести. Сами родители. В первую очередь сами родители. Ведь воспитание же сначала на себе показываем. Друг другу показывают отношения, причем искренние отношения. Если папа говорит ребенку, там, сыну своему или дочке, почитай мать свою, а будет ее унижать и оскорблять, ну это же не будет, истины в сердце ребенка не заляжет. Мы здесь уже переходим к конкретным методам утверждения вот этих истин, да, значит, почитание из священных книг. Да? Да. Как мама воспитывает дочку и сына в уважении к отцу? Собственным уважением. Папа кто в семье? Он в семье султан, он в семье муфтий, он кормилец и поилец, и доставщик, а и доставщик пиццы, и судья тоже он же. Все он. Так? Мама кто? Мама милость. Вот. И мама показывает детям, мы не просто любим папу, уважаем его и подчиняемся ему, его приказам. Кроме тех случаев, когда он приказывает ослушаться Господа нашего. Если отец приказал не исполнять молитву, мы его не слушаемся. Послание к Аллаху, алейхиссаляту вассалям, говорит, не соединяется творение Всевышнего в ослушании Господа. Пример этому пророк Ибрагим, мир ему, Авраам. Ведь он как делает? Когда отец, который, бизнес которого был продажа идолов на рынке, изготовление и торговля идолами. Он ему приказал... Башками, так называемыми. Башками. Он сказал, так, тащи этого идола на рынок, продавай там. Что делал Ибрагим, алейхиссалям? Он выполнил приказ отца. Потащил. Буквально потащил. Там, на веревке по земле тащил. И кричал, кто купит то, что не принесет никакой пользы? То есть пророк же он, посланник Божий. Он не мог проповедовать многобожие. С одной стороны, он не ослушался отца. И не ослушался отца. Вот. И то есть, он был мудрый. Затем, когда он призывал отца постоянно к единобожию, призывал мягким словом, красивыми проповедями, отец не соглашался. Отец его ругал. Пророк Ибрагим что делал? Алейхиссалям. Он мягко продолжал. Когда отец ему в гневе сказал, уйди от меня уже. Вон там, в другое здание уйди от меня. Ибрагим что сказал? Я, папа, буду все равно за тебя молиться. И в этом проявлялось его уважение к своему отцу. Да, уважение, любовь к своему отцу. Он подчинился отцу, но не ослушался Господа. И проявил уважение, и проявил любовь, и милость. Отец Василий, уже переходим к конкретным методам. Вот сейчас Хазрат Нурислам Хаджи сказал про то, что, правда, не до конца сказал, он привел пример нам только, когда мама, значит, говорит детям, как нужно уважать отца. А какие примеры, как нужно уважать маму, пока еще не привел, но я думаю, что приведет, сейчас подумает, да? А вот как вот такие вот методы, примеры там и так далее вот в православии, какими примерами
из священных книг, там, из воспитывает. Просто очень интересно, что сказал Нурислам Хаджи. Он сказал, что есть даже какие-то методы, которые определяют поведение. Даже просто схемы, когда отец, ребенок идет справа от отца, думая о том, что он должен стать опорой этому отцу и прочие вещи. А у нас в православии есть что-то такое? Да, была такая книга. Она сейчас в меньшей степени актуальна, но потому что у нас уже очень изменился быт. Называлась она «Домострой». Многие о ней слышали, наверное. Сейчас вряд ли найдутся семьи, которые живут по домострою. Домострой вот. Вообще приобрело такую негативную коннотацию. Да, слово. Даже учитывая, что во многом говорили о том, что о религиозности в советское время говорили в негативном смысле, поэтому и само устройство этого. Ну, я думаю, что молодежь-то даже в негативном смысле вряд ли знает, что такое домострой. Слово «домострой». Да, да. Поясню тогда. «Домострой» – это книга, которая была создана еще при Иване Грозном, протопопом Сильвестром, одним из ведущих тогда русских церковных деятелей. И она описывала бытовое устройство православного дома, расписывая то, как должны строиться взаимоотношения внутри семьи. И она, естественно, описывала тот быт, патриархальный быт, православный патриархальный быт 16 века. Понятно, сейчас у нас условия во многом изменились. Но почему я заговорил о домострое? Ценность не самой книги, не тех практических указаний, которые сейчас уже неисполнимы, а ценность в понимании того, что устройство домашнего быта, само взаимоотношение, постоянное ежедневное отношение матери и отца со своими детьми на основании принципа почитания родителей и есть основания для формирования у детей заповедей, осознания заповедей о почитании родителей. То есть мы их научим закону Божию, мы скажем им о заповедях Божьих, мы заставим их выучить. Все семинаристы при поступлении сдают эти заповеди наизусть. И было бы неплохо, да, если бы многие из наших детей наизусть бы знали: «Чти отца и мать твою, да благо тебе будет, и долголетен будешь на земле». Да, но слов-то мало. Нужна постоянная ежедневная практика в этом добром деле. И устройство домашнего быта это показывает. Как говорил один знаменитый проповедник, кому первая тарелка супа? Отцу, потом матери. Бабушка наливает любимому внучку первому, а именно отцу. Не потому что он такой деспот и хочет, а потому что через это он своим делом, через такие маленькие дела показывает, что этот принцип почитание родителей, почитание старости работает в жизни непреложно, и он должен то работать. То есть здесь речь не идет о том, что кто голоден больше или там, кто там больше заслужил это. Это просто самый обычный принцип почитания. То есть первый, потому что это... Не разрешает. Почему мама мне не разрешает, задает мне ребенок вопрос? Ответ не потому, что потому что она мама, она может тебе не разрешать. Вот это тоже принцип безусловности подчинения, сначала в детстве подчинения, а потом уже почитания во взрослом возрасте родителей, он должен закладываться с самого детства. Я еще Просто спросить здесь, прежде чем следующая тема будет. Запомните тему. Просто это очень важно на самом деле. Нам показывают разные системы, особенно эти системы такие яркие, воспитание детей в Азии, в Японии, например, до скольки-то лет ребенок король, до стольки-то лет ребенок муштруется и учится, не покладая рук, а после стольки-то лет он должен принимать самостоятельное решение. Вот что касается православия, я могу себе представить детей, которые, безусловно, почитают и слушают маму при правильном воспитании, и папу тоже, до определенного возраста. Наступает какой-то период, когда невозможно не отвечать на вопрос, почему я так решил.
решила. И я должна это свое решение обосновать своему 11-12-летнему ребенку. Дальше уже не проходит никак. Вот здесь что? Я согласен с вами. Возможно, я сказал слишком общее. Потому что, конечно, не для каждого возраста можно сказать, потому что я так решил. У меня просто старшая девчонка еще только 7-8 лет, поэтому я пока позволяю себе так ее воспитывать. В почитании родителей есть две основных стадии. Это подчинение родителям, которая закладывается в младшем возрасте, которая воспитывается, и почитание родителей, которое будет начинаться с сознательного возраста, с возраста сознательного, когда человек становится полноценной личностью. Светлана Васильевна, я бы хотел, чтобы, вот, отвечая на вопрос Светланы, вы бы раскрыли все-таки более, так сказать, вопрос, потому что почитание действительно не заключается только в том, что мама сказала. Не только в послушании, да. А, да, или папа сказал и... А как раз, видимо, что-то более такое, что любые твои действия должны быть в добро, во благо в отношении твоим родителям, да? Что-то более такое вот широкое, скажем, чем просто подчинение. Абсолютно верно. То есть, потому что, извините, пожалуйста, потому что желание, которое во мне возникает, видя, значит, ну, пока были живы своих родителей, сделать что-то такое там от души, а сейчас, когда ты видишь каких-то там стариков и так далее, это, видимо, оттуда как бы идет, да? Не совсем понял мысль Азиз Авеевич. Азиз Авеевич сейчас рассказывает про такой интересный момент. Вот на самом деле оба наши гости говорят больше не про послушание с самого начала, а именно про почитание. Да, да, совершенно да. Верно сказал и Нурислам Хаджи, и отец Василий, что своим поведением родители прежде всего должны внушать уважение к себе. И, наверное, тогда на любом этапе жизни, будь мы уже в нашем с вами возрасте, Азиз Авеевич, мы не спросим у наших родителей, почему ты мне такое говоришь. Да, да, да. Потому что сам образ их жизни будет внушать нам абсолютное доверие и понимание того, что у них мудрость. Они, прожив свою жизнь вот так, гарантировав нам вот это самое долголетие, они являются столпами и основой нашего благополучия. Да, действительно так. И тут вот Азиз Алиевич говорит о том, что когда видишь стариков брошенных, Азиз Алиевич, да, на улицах, вот буквально вчера вспоминала такой сюжет, вы знаете, и не знаю, как это, будем мы это комментировать или нет, май месяц, 9 мая, все празднования Дня Победы. Моя дочь вместе со своими одноклассниками идет в дом ветеранов. И после этого я ее забираю всю в слезах. Ей 11 лет. Она одета в платьице вот в стиле тех годов, там, времен войны. Я говорю, что случилось? Вы так долго готовились, концерт и прочее. Они побывали в доме ветеранов местном. И она мне сказала следующее. Ты знаешь, мама, мы пришли туда, мы концерт давали, рыдали. Мы пришли в класс, рыдали и мальчики, и девочки. Потому что мы думали, что ветераны – это те, кого все почитают, уважают, поддерживают. А они сидят в темном доме с плохим запахом, плохо одетые и плачут. Вот. Вот это был такой урок жизни. Но это правильное воспитание ребенка. Реакция моей дочери, да, мне понравилась, да. И я понимаю, что она это прочувствовала. Вы очень хорошо же начали. То, что я хотел, моя мысль, по ходу, говорите, говорите, вам, материализовалась в ваших словах. Что мы имеем на сегодняшний день в нашем обществе? Тип общества постмодернистский, который отличается от традиционного общества, где вот эти ценности превалировали, отношением к человеку. Каково отношение сейчас в постмодернистском обществе? Человек ценен тем, чего он добился в материальном статусном плане. В традиционном обществе человек ценен тем, что он просто человек уже. И отношение к ветеранам было из уважения за их достижения, из уважения к тому, что они старшие и так далее, и так далее. А сейчас современные и чиновники, конечно, ввиду своей дикой загруженности, оставили свои сердца где-то глубоко спрятанными в сундуках, не позволяет в нашем обществе выстроить отношение к старшим таким образом, когда, вот как вы говорите,
приходят дети и видят, что люди, из-за которых все наше благополучие сегодня есть, на чьих спинах и жилах построено оно, к ним отношение как к бросовому материалу, который отработал свое и никому уже не нужен. Как один сектант, из относящих себя к мусульманам, сказал: в пророке Мухаммаде пользы меньше, чем от палки. Он же уже умер. Какая от него польза? Какой? Как какая польза? Вся религия, вся нравственность верующего человека построена на том, что он нам оставил, на его наследство. А палка – это палка всего лишь. И вот это отношение может быть выстроено только в том обществе, которое придерживается традиционных принципов, основанных на религиозной морали. То, что у нас пытаются сейчас выбить. Не просто забрать, выбить у нас пытаются. Нам нужно будет сейчас прерваться на короткий перерыв, но я еще только, а потом передам вам слово, отец Василий. А я еще только добавлю, что, наверное, я вас сейчас слушаю и думаю, что, конечно же, если бы в каждом из нас эти заповеди были воспитаны, или сами мы, в конце концов, пришли бы к этим заповедям, потому что вот мы с вами, Алис Алиевич, из Советского Союза, мы да. больше погружены в эту атмосферу, там я меньше, например, да? Но вот эта история про то, что государство должно заботиться о стариках, в том числе ведь идет и из Советского Союза, да? Государство должно брать на себя эту ответственность. Просто я к тому, что очень у многих как раз закрепился этот стереотип, что не я, и не только своего отца и свою мать, а вообще стариков, а кто-то там позаботится. Вот, но эта история сложная, и, наверное, не для сегодняшнего обсуждения. Вы ушли из деревни и потерялись в городе. Прервемся буквально на 2 минуты и вернемся в студию. Союз нерушимый. Ну что, продолжаем нашу программу «Союз нерушимый». Сегодня мы ведем программу Светланы Занько. И тема сегодняшней программы – формирование у детей чувства уважения к родителям и духовная связь родителей и детей. С нами вместе в студии священник Василий Песцов, настоятель храма Иоанна Предтечи города Кирова, первый проректор Вятского духовного училища, и Нурислам Хаджи Касимов, имам мечети города Кирова. Я не знаю, что нужно добавлять. Нужно что-то добавлять? Я думаю, что этого достаточно. Все этого уважаемого человека и так знают. Да. Отец Василий, мы вас остановили перед перерывом. Сейчас перед Да, я хотел бы добавить несколько слов к той теме, которую мы затронули. Религиозное воспитание в семье, в каждой семье, в детстве человека, оно ведь воспитывает не только почитание своих конкретных родителей, ведь через почитание своих родителей человек получает навык и привычку чтить старость вообще. И как один знаменитый проповедник сказал, что не только даже старость, но и эпоху. Потому что в молодости часто бывает такое, вот вы когда-то там жили, там все неправильно, вот мы новую жизнь построим. Это очень часто молодая. А если эпоху, значит и историю своей страны. Абсолютно верно, и свои корни. Да. Обратимся тоже к текстам Священного Писания. «Перед лицом седого вставай и почитай лице старика, и бойся Господа Бога твоего». Какое взаимоотношение, какая связь построена между почитанием родителей, почитанием старших вообще, почитанием эпохи своей страны и, наконец, Господа Бога твоего. И если вспомнить, то вот сам Господь Иисус Христос показал нам пример такого почитания родителей. Ведь вспомните, в Евангелии описано, что когда Бога-человек пришел в мир, родился, он вышел на проповедь в 33 года. Этот факт всем, конечно, известен. Да. До этого времени он пребывал в подчинении своих родителей, он плотничал, помогал своему отцу Иосифу. Да? Да. И таким образом он сам, всемогущий Господь, пришедший ради того, чтобы спасти человеческий род, показал пример почитания своих родителей, пример почитания старости. Видите, какая прослеживается связь? Воспитание внутри семьи имеет прямое отношение к устройству отношений внутри всего общества.
Ну вот, уважаемые отцы, ну хорошо, мы вот сейчас рассказываем, нас слушают, и все равно вопрос-то остается. А как мы должны, вот каким образом? Ведь мы должны у детей, мы сейчас с вами говорим о формировании у детей чувства уважения, да? Или уважения к родителям. Вот как мы к этому должны идти? Вот как люди, у которых родились дети, они уже отпраздновали, дети растут. Каким образом? Ну, вот частично вот Хазрат там сказал, частично вы провели примеры, что вот отца надо поддерживать там справа. Да. Как нас учат, знаете, Азиз Алиевич, есть психологи, есть, значит, специалисты в детской психологии, и нужно прочитать нужные книжки от таких вот знаменитых тренеров каких-нибудь, узнать все тонкости психики детей и вот так вот работать. Ну, это вот такая вот. Вы знаете, вот сейчас мы только что от Хазрата услышали про постмодернистское наше общество. К сожалению, большое количество, больше 80% психологов, книг которых я читаю периодически. Читаете все-таки. Читаю. Значит, они представители вот этой этого постмодернистского общества. И читать их бывает вредно. Вот почему? Потому что они совсем другие ценности, значит, вкладывают в души наших детей. Лучше бы ценности традиционных. Тут можно говорить и спорить, дискутировать по этому поводу. Но я просто свою точку зрения высказываю. И хотел бы, чтобы родители, пусть хорошо, пусть с помощью чтения книг психологов, как бы врага надо знать лицо, чтобы правильно воспитать своего ребенка. Поэтому пусть читают, как бы. Но при этом... Родитель должен, не психолог, не государство, не кто-то. Родитель должен. А можно я с другой стороны поставлю вопрос? Воспитывать. Вот приходит молодая мама. Дай бог, чтобы с папой вместе к вам. И говорят, вот ребенок у нас. Что нам дальше с ним делать? Хорошо, если есть традиция семейная, да, из поколения в поколение передается. А если вот они сейчас задумались вдвоем и понимают, что нам нужен кто-то, какой-то наставник, потому что сами-то мы не выросли в этой атмосфере. Вот я уверена, что у Азиза Алиевича дети знают, как воспитывать своих детей. Вы знаете, детей. Я просто расскажу вот как пример тоже. Вот сейчас, почему пример? Вот я, например, очень часто читал своим детям притчи с разных традиций. Там исламской, христианской. Значит, там, притчи интересные. Да. И прямо вот перед сном спать укладывал, открываем книгу. И читаем. Ну, вот, например, там по поводу воспитания. Один из, я не знаю, ну, поправит меня Хазрат, если что не так. Когда приходит там женщина с ребенком, как вот сейчас вы сказали, к пророку Мухаммед, алейхиссалам, и говорит, о, пророк, вот скажи моему сыну, что нельзя столько фиников есть. Ну, скажи ему, он ест с утра до вечера эти финики, ест и ест, ест и ест. Пророк говорит, приходи завтра. Женщина приходит завтра, он ей говорит опять, приходи завтра. И вот она приходит на третий день, он ребенку говорит, ребенок, нельзя есть столько фиников. Она говорит, а что, вы не могли позавчера сказать? И он отвечает, не мог, потому что я в эти дни тоже очень много фиников поел. Так. То есть, вот все эти хадисы, притчи и так далее, они имеют очень много значений. То есть, вопрос заключается в том, что когда ты... Хорошо, вот сейчас, Света, вы сказали, что... Ну как, приходит женщина, которая там... Или вот хорошо, и сама еще не воспитана. Но есть книжки. Не психологов, а вот такие вот, значит, книжки мудрые. Мне интересно, пускай скажут наши гости, вот они как поступают в такой ситуации? Потому что, ну, правда, очевидно, что связи в современных семьях, они не настолько крепкие, как когда-то были. Возможно. Хорошо, если девушка это придет к священнослужителю. Осознает это, что нужна помощь. Погодите. То, что осознает, это тоже большое дело, ну, да? Если она не осознает, она не придет. Да. Если она осознала и придет к священнослужителю, который подскажет ей на основании благих примеров, как были выращены люди с высокой духовностью. Так? Он ей подскажет, причем не будет ждать от нее платы за свою подсказку, как будут ждать психологи плату. Они дадут популярные советы, которые сами же прочитают в интернете, и дальше это вот лозунги будут передаваться, воспитывать так, а на самом деле
от лозунгов пользы нет. Мы вот недавно прочитал, оказывается, Бенджамин Спок, известнейший там детский психолог, который воспитывал многие поколения, на его книгах выросли. Да. А умер-то он в одиночестве, по-моему, самоубийством закончил даже. Да. То есть он сам-то не смог. Кто воспитывает реально детей, ему некогда книжки писать особенно. Вот. Каким образом еще можно на практике, опять-таки, я очень люблю практику. Вот смотрите, как привязать ребенка к семье, к дому. Каждый ребенок, как и любой человек, кушает. Ребенок должен кушать у мамы. Я приводил в свое время, да, аят, где Аллах говорит, означающее в течение 30 месяцев, исключая и зачатие, и отрыв от груди. То есть 2 года ребенка надо кормить. Если Всевышний дал молоко, если мама сама там ничего со своим здоровьем губительного не сделала, молоко есть, ребенка кормит. Ребенок приучается, мама, то есть это закладывается через молоко материнское, закладывается в мозг. Мама – кормилица, источник питания. Как он будет ее ругать после этого? И очень люблю, кстати, русские поговорки. Там, то, что не заложено с молоком матери, потом уже С гвоздем не прибьешь. С гвоздем не прибьешь, да. Всякие. Вот отношение к матери спрашивали, как воспитать. Через питание. Вся семья должна питаться дома. Вся. И видеть ласку и заботу своей матери по тому, как меня кормят. Нигде ни в одном ресторане так не накормят, как мама накормила. Родители, если не знают, каким образом воспитывать, пусть воспитывают идеал. Девочка – помощница, мальчик – защитник и кормилец. Пророк Иса, алейхиссалям, Иисус, мир ему. Ведь первые слова его были какие? Первые слова были в защиту матери. Не проповедь была первая, а в защиту матери он сказал первые слова. Когда попытались ее очернить, в прелюбодействии обвинить. Это так в Коране, что на всякий случай, как бы, да? Ну, в Коране. То есть Иса... мы же убеждены. Да, же, да, да. Мы да, знаем 100%, что Коран есть истина. Да. Значит, и вот на практике в идеале девочка-помощница, мальчик-защитник. Так и воспитывать. Защитник и помощник. Ну, так у нас время, так сказать, подошло к концу. Давайте отцу Василию все-таки дадим возможность полторы минуты поэтому поговорить. Поэтому вот немножечко, так сказать, отец Василий. Да, и будем заканчивать. Да, я хотел бы акцентировать внимание наших слушателей все-таки еще на одном очень важном моменте. Форм воспитания в домашних условиях может быть очень много. И все отношения между людьми, они очень индивидуальны. Правильно? И нельзя вот привести конкретные примеры, допустим, это, что делать, как делать. Я поддерживаю идею и мысль Нурислам Хаджи о питании, да? Но даже питание в разных условиях, в разных семьях может быть иногда построено по-разному. Но важно в построении семейных этих отношений придерживаться этого единого непреложного правила о почитании родителей. То есть все, что вы делаете, все, как вы общаетесь со своими детьми, пропускайте через эту заповедь. Пропускайте. Подумайте, это соответствует этой заповеди или нет. Мое слово соответствует, мое отношение к своему мужу соответствует, мое отношение к моим детям соответствует или нет. И тогда все разные частные бытовые ситуации, они всегда будут сводиться к главному. К тому, что у ребенка будет формироваться почитание своих родителей. Ну а все, что вы заложите у ребенка в его детстве, все это, как я говорю своим прихожанам, вернется вам в вашей старости, в вашем пожилом возрасте. Все это вы увидите. Ну что, да, дай Бог, чтобы нам всем вернулось самое хорошее, что мы
делали и показывали своим детям. На этом будем сегодня заканчивать. Да, тем все равно еще осталось не... И, мне кажется, никогда не останется незаконченной, не освещенной до конца. Да. Очень много разных тонкостей, которые мне хотелось бы, конечно, обсудить, потому что вот, когда мы с вами начали говорить, я просто сразу обозначаю, может быть, следующую тему, начали говорить о почитании отца и матери, очень важно, мне кажется, как-нибудь поговорить о семьях неполных. Когда один отец или одна мать воспитывает ребенка, как в этой ситуации набраться сил, как правильно вести вот это воспитание, мне кажется, такая помощь этим людям очень нужна. Согласны со мной? Да. Согласна. Давайте как-нибудь поговорим и на эту тему. Мы благодарим наших гостей. Да, спасибо гостям. Священника Василия Песцова, настоятеля храма Иоанна Предтечи, города Кирова, первого проректора Вятского духовного училища и Нурислама Хаджи Касимова, имама мечети города Кирова, Азиз Агаев и Светлана Занько. До свидания. Союз нерушимый.